Вот, привет, друзья! Вы снова на канале Удивительное Окунево. Я вот сейчас нахожусь на озере Данилово, на базе Локоморья. Я снимал Тихий берег, базу с кедровой баней. Снимал там на центральном пляже столпотворение. А сейчас вот решил снять Локоморье. Наконец здесь движение пошло немножко. Вот какую базу нужно было назвать Тихий берег. Вот смотрите, друзья, здесь какой березняк чудесный. Здесь попроще, конечно, и домики попроще такие. Но здесь хозяин базы, он не разрешает музыку громкую, не разрешает бузить тут, выпивать так прилюдно. Прям выгоняет. У него даже там табличка «Берег здравый». Как-то там традиции, здравые, чистые традиции. Вот. Ну, хоть он тут немножко поддерживает тишину и покой. И вот, друзья, кому нужен спокойный отдых, тихий, рекомендую сюда. И здесь такая своеобразная энергетика, благостная. Вот знаете, есть пословица такая или поговорка. Не знаю, в чем разница между пословицей и поговоркой. Говорят, в березняке жениться, в ельнике удавиться. Вот не зря ж так. Кто был когда-то в еловом лесу, тот поймет, о чем речь. А вот березняк, такие светлые энергии, чистые. Береза вообще, она отдает. Видите, здесь очень благостно так. Ну, мне нравится, например. Ну, конечно, такие маленькие домички, видите, на четверых человек там. Две двухспальных таких, ой, не двухспальных, двухъярусных кровати в середине. Ну, зато тихо, видите, как хорошо. Ни тут долбежки, вот этой всю ночь. Люди жаловались, я сам слышал, что некоторые даже переезжали, вот в прошлом году, переезжали с центрального пляжа туда, с песочного, ну, сюда, потому что, говорит, невозможно спать. Всю ночь долбежка, кто-то там беснуется. Вот. База Локоморья. Ну, она небольшая по уместимости. Конечно, меньше тех, и народу всегда меньше. Но вот я с Серегой только что разговаривал сейчас с хозяином. Он говорит, да мне деньги не это второе, постольку поскольку. Лишь бы, говорит, отбить эту аренду, да. Немного заработать, чтобы поехать. Там он зимой ездит, уезжает куда-нибудь по святым местам, там ездит. Ну, вот так. Thank you.
Вот здесь банька есть. Баня осиновая здесь. Вот, ну, все хорошее, аккуратненько в середине. Уже он ее разгоняет. Бывает, ох, невыносимо сидеть. Ну, заход тоже как на базе Тихий берег, только с пирса. Потому что этот берег илистый. И так не зайдешь. Также тоже вот нужно идти, какое-то расстояние до воды пройти. Вот такой помост. Кувшиночки тоже слева справа. Вот, народ купается. Вот там вот он, Тихий берег. Последний раз я снимал. Вот там вот он, центральный пляж, вот тут берег песчаный. Ну, народ слынул, вот видно, что там немного тоже народу, потому что сегодня похолодало, вчера еще было минус 28, а сегодня уже было 10 градусов утром, и сейчас вот градусов 20, наверное, в 4 часа дня, примерно так, ну, похолодало прилично. Вот так. Вот это после выходных. Видите, трава вытоптана. Сколько тут стояло народу. Вот встретил знакомого. Он здесь был как раз на субботу-воскресенье. Говорит, это ужас, что было. Такого, говорит, никогда не видел. А мне подписчики написали, что там вот, где я прошлое видео снимал, на Данилова, там до шлагбаума, когда я доходил, говорит, еще дальше шлагбаума, говорит, с километр еще за шлагбаумом стояли. Это, ну, машин 1000 это точно было, если не больше. Это несколько тысяч человек на озере, представляете, что творится? Это, не знаю, так можно и убить озеро такое. Вот смотрите, что здесь происходит. Вот видите? Фу, вонь стоит. Воняет. Что это? Вот откуда это все? Когда это вывезут? Интересно. Вот видите, что творится. Фу, воняет. Это вот, смотрите, везде стояли люди. Всю поляну вон занимали, по всей видимости. Ну, судя по примятой траве. Так что вот, друзья, коронавирус. Вот это вот. Человек это коронавирус. Неужели трудно мусор с собой увезти?